Субботники, которые проводятся в нашем городском округе, стали доброй традицией. На этот раз местом для работы выбрали территорию Чкаловского парка. Субботник был организован по поручению главы городского округа Андрея Булгакова. Сегодня поработать вышли неравнодушные жители и сотрудники администрации. Вокруг водоема, известного и любимого на Чкаловской, наводили чистоту и приводили в порядок газоны. Собирали в специально привезенные контейнеры сухостой и мусор. Берем мешки. Из ручья во время субботника вытаскивали упавшие деревья, освобождали русло от мусора. Место в центре города должно быть чистое, оно должно быть культурное. Вот по большому счету мы занимаемся культурой. Чтобы здесь было хорошо и приятно жить и гулять. В субботнике приняли участие работники, действующие на этой территории управляющей компании, представители организации ветеранов «Боевое братство», инициативной группы «Чкаловский парк» и общественной палаты. На субботнике работала уборочная техника. С ее помощью удалось вывести более 30 кубометров собранного мусора. Кстати, в сентябре это не последний субботник. Следующий состоится 26 сентября на Молодежной набережной. Андрей Цеходович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.